Видеообзор дозиметра Мастер 1, заводской номер 0778. Значит, состояние корпуса, новое сохранение в идеале, как видим. Вторая часть, также покажу. Вот. Также новая в идеале. Корпус, плата также вся новая. В идеальном состоянии, покрыта лаком по ГОСТу Беларуси. Другие элементы с драгметаллами. По паспорту здесь золото, серебро, платина, палладий и другие. Значит, ЖК дисплей. Нажимаем кнопку пуск. Вот, номер платы. Нажали кнопку пуск. И видим импульсы. Считает импульсы прибор. Все вот. На крокодилах длинные датчики. 20. Идет подсчет фона. Вот. Плата рабочая. Все работает. Все окей. Все отлично считает, показывает. Но иногда я вот что заметил, не буду коротить пальцами. Иногда этот дозиметр ускоренный счет идет. То есть ища мигает по-другому. И счет идет не 36 секунд, как должно быть, а быстрее. Давайте нажмем пару раз, может проявится, то покажу. Нет, все окей, считает правильно. Но иногда такое бывает. Может, это из-за холода было, я не знаю. Может, батарейки просели. Но сейчас все отлично. Вот. Но иногда такое было. То считаю нужным сказать. Не знаю причину. Может, действительно от температуры. Но сейчас все нажимаю, вроде в идеале. А может, батарейки сели. Ну, в общем, все отлично, все супер работает. Все показал. Еще раз нажмем пуск. Импульсы есть, все супер. Все, спасибо за просмотр.